Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу, как приготовить сырные блины с зеленью. Блинчики получаются очень вкусные, сытные. Попробуйте приготовить. Для этого на мелкой терке натереть сыр. Мелко нарезать любую зелень. Я использую петрушку. В глубокую миску добавить яйца, соль, сахар. Взбить миксером или венчиком. Если у вас сыр соленый, то можно не солить. Влить молоко немного подогретое. Перемешать. Добавить муку и разрыхлитель. Еще раз взбить. Муки может понадобиться меньше или больше, смотрите по консистенции. Всыпать натертый сыр. Зубчик чеснока выдавить через пресс. Добавить измельченную зелень и 2 столовые ложки растительного масла. Еще раз хорошенько перемешать. Разогретую сковороду смазать маслом. Налить тесто. И жарить с двух сторон до румяной корочки. Подавать блинчики к столу лучше горячими. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии.